Как мы уже с вами говорили, глюкоза – это очень важный элемент, который необходим для того, чтобы работали все клетки организма. И при сахарном диабете первого типа, собственно, как и при втором типе диабета, важно знать, что существует состояние, когда глюкоза повышена в крови, и состояние, когда глюкоза снижена в крови. Вот как структурный и энергетический элемент глюкоза, вы видите, используется клетками, но нужно различать понятие низкий сахар, гипогликемия. При сахарном диабете первого типа, если мы вводим слишком много инсулина, поскольку ребенку вводится инсулин несколько раз в день, как я уже говорила, нужно, чтобы этот инсулин вводился в четком соответствии того, что ребенок скушал. И для этого проводится введение короткого инсулина. Важно, чтобы не было введения избытка инсулина, если ребенок поел немного. Избыток поступления инсулина, либо недостаток съеденной пищи, либо большой расход энергии, как вы видите, и, конечно же, бывают дети очень живые, им необходимо сбалансированное снабжение глюкозой и адекватной дозой инсулина, если он очень подвижен. И вот если нарушается либо избыток, либо недостаток того, о чем мы говорили, то сахара в организме может стать мало, клеткам его будет не хватать. Это состояние характеризуется уровнем гликемии, ну, где-то ниже 3 ммоль на литр, и в результате того, что сахара мало, органы просто начинают страдать от дефицита энергии. Может начинаться сердцебиение, плохое самочувствие, дрожь в теле, такой тремор, чувство голода, чувство тревоги, развивается, может, депрессивное состояние, агрессивность. И вот эти симптомы говорят о том, что клеткам мозга, клеткам печени, клеткам мышц не хватает углеводов. Это состояние называется гипогликемия, и, по сути дела, человек без диабета может справиться с этим состоянием самостоятельно, а вот при диабете эти состояния могут давать осложнения. Существует острое осложнение гипогликемии, такое тяжелое состояние, как гипогликемическая кома, и оно требует вмешательства врача, произведения экстренных мероприятий по восполнению глюкозы, и не только уже глюкозы в крови, и отсроченные осложнения, которые могут развиваться на фоне часто существующих гипогликемий, когда нарушаются различные условия, либо качество инъекции инсулина, либо дозы инсулина и так далее. Об этом мы чуть позже поговорим. Но так или иначе, частые гипогликемические состояния могут приводить к поражению внутренних органов и развитию различных осложнения в этих органах. Но что самое важное здесь надо помнить, что если у человека есть частые гипогликемии, он со временем может перестать их чувствовать. Органы перестают отвечать и давать вот эти симптомы, обращая внимание на которые, мы своевременно можем компенсировать гипогликемию. Это очень важно. Гипергликемия, когда сахар высокий, когда недостаточно вводится инсулина или избыточно потребляются продукты питания, либо человек неактивен и практически не затрачивает энергию, которая поступает к нему с пищей. Тогда глюкоза и инсулин в дисбалансе приводят к тому, что в кровеносном русле сахара много. Практически сахара много организм может и не ощущать, и в основном таких ярких клинических проявлений, как у гипогликемии, у гипергликемии нет. Хотя при хроническом гипергликемическом состоянии, конечно же, развивается слабость, повышенная утомляемость, чувство жажды, но это тяжелые проявления сахарного диабета, которые, на основании которых могут ставить уже в запущенном состоянии этот диагноз. Но человек может длить
действительно не знать о своей гипергликемии, пока ситуация не дойдет до критической. И вот эти острые состояния, к ним относятся диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, то есть это все такие реанимационные статусы, которые требуют вмешательства врача, вызова скорой, они компенсируются определенными методиками, но помимо них существуют очень грозные, тяжелые, отсроченные осложнения, системные осложнения, которые характеризуются нарушением качества сосудов, поражением глаз, поражением почек, развитием, вплоть до развития слепоты, если неправильно вести этих пациентов, не предотвращать, хотя я должна сказать, что сейчас разработано большое количество методик, которые позволяют остановить эти процессы и сохранить зрение пациентам. Патология почек может приводить к развитию почечной недостаточности, к снижению функции почек и сердечно-сосудистые осложнения на уровне сердца, на уровне сосудов мозга, на уровне сосудов, прежде всего, нижних конечностей, к развитию различных состояний, вплоть до поражения нижних конечностей, в основном развитие гангрен, но это, конечно, критические состояния, которые характерны для более старшего возраста, для очень тяжелого уже запущенного состояния и осложнений. Как же избежать гипо и гипергликемии? Это очень важные навыки, которые должен знать каждый больной с сахарным диабетом и его родственники. Прежде всего, необходимо регулярно контролировать уровень сахара в крови. Для этого есть целый набор, целый перечень, целая линейка глюкометров. Существуют сейчас средства непрерывного мониторинга, дистанционного мониторинга. Это все средства, которые позволяют контролировать уровень сахара в крови и при изменении тенденции к снижению или к повышению своевременно применять различные средства. Если развивается гипогликемия, то это необходимо компенсировать приемом 1-2 хлебных единиц быстро усваиваемых углеводов. Ну, это может быть там пара кусочков сахара или выпить стакан сока. Если это вот гипергликемия, то, разумеется, это необходимо сделать выводы и подкорректировать дозу инсулина. Если вы ведете своевременно, планомерно дневник самоконтроля, то всегда эти ситуации вы можете обсудить на консультации с врачом. А если у вас есть дневничок, например, в мобильных приложениях, то есть средства, которые позволяют вам дистанционно взаимодействовать с вашим доктором и на расстоянии корректировать и вносить доктору какие-то рекомендации для того, чтобы вы поправили либо инсулинотерапию, либо какие-то еще компоненты. И, конечно же, очень важно, что тот факт, что введение инсулина тоже не так просто. Мало того, что необходимо вводить инсулин на полученную пищу, обязательно сопоставлять количество съеденной еды и введение доз инсулина, сопоставлять с уровнем затраченной энергии. Важно еще соблюдать технику инсулина. Правильное введение препаратов инсулина – залог того, что этот инсулин хорошо сработает. Если нарушать технику введения инсулина, то можно привести к тому, что введенный инсулин просто не будет работать. И, конечно же, соблюдение различных рекомендаций врача, которые отрабатываются персонально для конкретного пациента, их соблюдение, их своевременное соблюдение – это тоже залог того, что можно будет избежать и гипо, и гипергликемии. Что же хуже гипо и гипергликемия? Ну, разумеется, все эти состояния не следует допускать. Но если существует такое течение заболевания, при которых гипогликемия достаточно часто, и этих состояний боятся, потому что они ярко клинически себя проявляют, то нужно приспособиться и сбалансировать достижение и предотвращение гипогликемии, и к этому можно подстроиться. Но гипергликемии частые, которые не имеют ярких клинических проявлений, вот это те самые состояния, которые приводят к развитию генерализованных системных осложнений, с которыми потом впоследствии, если не предотвратить их развитие, потом очень тяжело справиться. Это те самые осложнения: диабетическая стопа, диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия.
И справляться с этими состояниями, предотвратить, помогает образование, повышение знаний касательно диабета, которые сейчас внедряются практически по всей России в рамках федеральной программы «Сахарный диабет». Открываются сейчас, в этом году получено указание Министерства здравоохранения, правительства и все регионы под руководством Национального центра эндокринологии будут открывать повсеместно школы для больных с сахарным диабетом. Для больных с сахарным диабетом первого типа, для их родителей, для беременных с сахарным диабетом, для больных с сахарным диабетом второго типа и так далее. Существуют различные программы. И очень важно проводить постоянно повышение своих знаний о собственном заболевании, и тогда все можно сохранить в должном качестве, чтобы быть счастливым и практически здоровым.